К другим темам. В многофункциональных центрах Алтайского края и Республики Алтай теперь можно не только оформлять документы, но и оплачивать госпошлины и услуги. В алтайском отделении ПАО «Сбербанк» завершили подключение окон МФЦ к сервису приема платежей. Подробнее Илья Кочетков. 471 окно в Алтайском крае, 25 в Республике Алтай оборудованы, чтобы принимать платежи. Теперь оплатить услуги можно безналично по карте любого банка. Мы расширили возможности для наших клиентов. И сейчас оплатить государственную пошлину можно непосредственно в окне при оформлении документов для предоставления услуги. Дополнительно ходить никуда не нужно. Все наши сотрудники прошли соответствующее обучение и готовы предоставить полноценный и качественный сервис всем нашим клиентам. По дополнительным услугам вся комиссия прозрачна. Плательщик заранее видит в предварительном чеке, сколько будет стоить та или иная услуга. Государственные пошлины при этом принимаются без комиссии. К приему платежей готовы все окна МФЦ региона. Мы стремимся сделать сервис по приему платежей более доступным для всех категорий населения. Кроме платежей по оплате госпошлин, клиент может также оплатить коммунальные услуги в пользу поставщиков. Перечень поставщиков расширяется, и мы видим увеличивающийся спрос со стороны клиентов на данную услугу. О том, что сервис действительно востребован, свидетельствуют первые данные статистики. С момента реализации проекта услугой воспользовались более 7 тысяч клиентов. Периодически пользуюсь услугами МФЦ. Раньше для осуществления платежей необходимо было тратить много времени для того, чтобы доехать до какого-то банка, заплатить платежи. Сейчас это все происходит оперативно, в одном единственном месте. Очень мало времени тратится. Жители Алтайского края и Республики Алтай одними из первых в России могут воспользоваться новой услугой. Кстати, наш регион – лидер в стране по количеству подключенных окон. Проект продолжает свое развитие. Основная его цель – сделать сервис оплаты госпошлин и других услуг доступным и удобным для каждого жителя края. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.